С переездом у судей административного суда улучшились условия работы. Помещений стало больше, и зала судебных заседаний просторнее. Старые проблемы и неудобства остались в прошлом. Водопьянова, Кужевская. Раньше мы находились в здании на улице Водопьянова. Это постройка 30-х годов. Так вот, мы проработали там более 7 лет. Естественно, было неудобно. Помещения маленькие, да и местоположение далеко от центра. Иногда многие горожане не могли найти нас. Из-за этого приходилось откладывать судебные заседания. Сейчас, как вы видите, все удобства у нас есть. Сегодня бывший корпус областного суда превратился в центр специализированных судов. Наряду с экономическими и уголовным судами, теперь здесь расположились еще ювенальные и административные суды. Соответствующие вывески на здании уже есть. Графики рассмотрения дел всех судов вывешены в холле, в том числе и ящики для обращений и предложений граждан. Сейчас у нас здесь не только административный суд, но и другие специализированные суды. На втором этаже расположились уголовный и экономический суд. На третьем – наш административный. На четвертом – суд по делам несовершеннолетних, то есть ювенальный суд. Не исключено, что в корпусе специализированных судов появится еще одна новая структура. Это медиаторы. Возможно, что для них выделят специальный кабинет на первом этаже.